За что? Ну, я спрашиваю, ты говоришь, я самый, типа, добрый модератор, типа, не банишь никого. Я спрашиваю, зачем тогда? Тебе нужны права. Не-не, я добрый, но я баню. Мои баны, они именно Твои баны? всегда Твои баны? Это, конечно... Ну, нифига себе, попёр. Да. Ну, понятно все. Второй раз кастрировал. Персона Бай говорит, из-за Ютуба пришлось сюда регаться. Персона Бай, ты посмотри, как здесь хорошо. Посмотри. Хорошо. Комьюнити. Сокол модер. Никаких вообще модераторов. Свобода до определенного уровня. Ачивочки. Ты посмотри, ачивочки, предметы у тебя. Посмотри, какое качество картиночки. Театральный режим. Alt-T тыкаешь. Ясно. Ясно, писал. Сокол говорит, ясно. И в чате говорит, ясно. Сокол, у тебя такой цвет красивый. У-у-у. Ага. Ясно. У. Так Брюс говорил, ну и ясно. Да, как Пук говорил. Что? Ладно. Что сегодня? Ну расскажи про Хладу, чего ты? Про ту бабу, женщину. Ту самую, которая не работала, да. Но очень много разговаривала. Которая не работала и много разговаривала, да. Так. Ну вот. Не та, которую я сказал по-нормальному, а которая потом ныла, то, что я типа такой плохой. А, обидел, да. Если я понял. Помнишь. Помню, да. Конечно. Сегодня стою в кухонке в нашей, пошел так. Делать кофе. Ага. Ну, так. Стою, жду. Это прохлада прям, которая? Это прохлада да, уже? Да, стою, жду около кофемашины, да? А там она с ножом, говорят. Нет. Не. И смотрю, вдали у нас, ну, коридор. И вдали так. Из коридора она стоит такая и смотрит, что я на кухне. Опа. А мне-то что? Мне полностью, ну, я вообще не злопамятный, ничего, ну, типа, это обговорили, все замяли, нормально. Угу, конечно. Но она уж со мной не здоровается месяц. Вообще с того момента полностью, хотя я, ну, я батька, а она вообще никто. Вот. Так. И, ну, я вижу, она вдали, ну, я думаю, ну, мне-то пофигу, типа, это, что я делаю свое. Пропала в соседнем, ну, офисе, бюро в соседней комнате. Выходит так. Оттуда со старшим инженером, вместе с ним, идет в мою сторону, на кухню, молчит, и он только говорит, привет. Так. Ей надо на кухню. Так. Разогреть в микроволновке покушать. Так. Я такой, окей, и? Типа... Ну, и она стоит и ни слова не говорит. И я такой... Ну, манипулировать продолжает, забрал прикольно. Кофе такой и... ну, такой... говорю, ну, типа... А при чем здесь я? Так. И это, ну, и молчат. Ну, она вообще молчит, это голову в толчок опустила. Ну, и я такой просто, вот, типа, все типа могут на кухне это тусить. Вот говорю, вот здесь можно зайти и открыть этот дверочку, где микроволновка стоит. Так. Ну, и я все, и ухожу. И я просто, я в шоке был потом где-то полчаса. Ну все, ты же просто... понимаешь, что после этого ты плохой. Да, здесь это люди. Дверь открыта. Я очень плохой, Миш. О, убьем? Убьем. Он стоит посередине. Да я вижу. Это байт, еще один на втором этаже. А-а-а. Видишь, на первом, в двухэтажке. Ага. Ну давай, у меня есть вис, вис. Слева был. Пока ладно, не ты не кажись, я поехал. Ага. Пытаюсь. Ага, вижу уже на втором этаже. Хорош, я иду. Рашим. Рашим, их двое. Подходит. Хорош. А, их трое! Нет, еще. Это сквады. Да, точно. А, на Е бегают. Блин, у меня нет медицины. Надо мной, что ли?
топает. А, это нет, это я сейчас. Ага, ко мне еще пришли. Я лечусь, я лечусь. Давай, давай. Он снаружи бегал. Да я слышу просто. На 100 где-то было. Тихо, вижу. Не, это какой-то бот. Этот был бот. Ну, у этого тихо. Это русский. Ты готов? Ну, я пока что это. А боты уползают? Да, боты уползают. Не-не, это не бот. Ты видел, как я с VSS-то? Да, вообще просто-просто дикий. Самолет. Вертикалочка. Гоу. Бронька нужна. К машине. Броник нет. Выкинул. Да? 30. Давай, собирай меня скорей. А, ты там далеко, блин. Понятно. Гоу. Ну, тупикая. Гоу. Да-да-да-да-да-да-да, гоу. Ну, они сломали, Миша, я в шоке был вообще, капец. Аспирант, я не знаю, по... Я запустил, не это самое. Ледоколу попробуй написать. То есть я-то чего? Кнопку жму и все. Да. Не, ну это шок. Я волос в диком шоке был. Не, на самом деле, такими приемами можно очень быстро тебя дискредитировать. То есть, если человек будет вести себя так, как будто он тебя боится, даже если он этого не боится, ну, в смысле, даже если это не так, то какая разница, если он убедит в этом остальных, то все. То ты будешь агрессором. Крайним. Так, на краю прям выкинул. Поэтому надо максимально спокойно, но не... Не подаваться. Где груз? Скажи мне. Должен быть здесь где-то. В этом районе. Ну, на краю, может быть. Уже край. Вон, слева. Невнимательно. Вижу, да. Соколик. Молодец. Груз мой, да, получается. Если твой оставили груз? Еще. Да, конечно. Да. Аук. О, бронька. У меня как раз аэрки нет. У меня как раз каски и броньки нет. Так. Гоу. Там есть вторая машина, не уверен, что она нужна. Смотри сам. Возвращаемся в центр, да? Да. Ну, можно типа... Сейчас я думаю, да, лучше. Типа сюда хотя бы. Окей. Там по нам стреляли еще, кстати, с 300. И туман пошел. Персона Бай говорит, пропустил 15-ю часть. Да не переживай, там запись появится. Я локалку все равно делаю, поэтому... На ютубе она появится через несколько часов, правда, но... Ну, как обработается. Но... Но появится. Нормально. Будет время посмотреть. Да, Миш, об этом я тоже думал, то что могут специально меня так... Проверено. Но... Все просто знают, что такая она, скажем так. Это уже хорошо. Ты как, когда уволят ее? Ты же говорил, что там какие-то будут моменты. Ну, будут. Надеюсь. Справа кто-то едет, да? Да, что-то слышал. Не слышу. К нам могут прийти с 55 по мониторе. Нужна снайпа. Аналогично. Голограф. Всем нужно. Стендет нужен голограф. Нет.
прицел любой. Там голограф. Нет, прицел иксовка, я имею в виду. Здесь калаш валяется, но я не стал брать. Ого. 85. Калаш? Семерок нет. Семерок 30 штук всего лишь. Не, не буду тогда на имке. Пятерки тебе нужны? Да. Давай, иди сюда, давай семерки твои. На тебе пятерок. Спасибо. Да. То есть голограф не нужен? Нет. Спасибо. Топ-ВМ-ка не нужна, а у тебя это? Нет, нет, нет. Ясно. Такие никнеймы опять. Можно еще вкратце историю с девушкой. Ну, я, по-моему, и так в очень кратком кратце рассказал. Ну, пропустил, он, видимо, пришел, когда мы говорили, о, да, вот эта история. Я стоял себе, делал кофе. И она шугнулась, что она опять, типа, будет как лентяйка ходить. И ей надо было на кухню разогреть микроволновки. И она попросила старшего, чтобы он мне сказал, что она хочет разогреть покушать. Кстати, я потом посмотрел, что это было за покушать. Так. Это был глювайн. Глинтвейн. Да ладно. Алкоголь. Запрещено. Я уже подумал, может, ее на эту тему это спросить, типа, это, ну... Как там? Хорошо живется? А, слушай, ты можешь начальника попросить тоже сделать что-нибудь похожее. Ну, того же самого мужика. Угу. Попросить, чтобы, не знаю, тоже в жертву поиграть, что ли. Что придумать такого можно? Сейчас, может, пацаны что-нибудь придумают. Ждем самолета пока. Я этого шугал, я вообще не шугал, я просто сказал, чтобы она на работе работала. Угу. После начальника съелся Миглицвейн, да. Не, меня это до сих пор бесит, то, что если людям... Что людям на работе надо говорить, чтобы они работали, ни хрене страдали. И за это ты виноват. Поехали. Да, давай на горочку, потому что нам сложновато будет увидеть, что происходит, да, там. Там предложение сказать, что домогается от тебя. У тебя жена, все дела. У вас нормально? Там мужчины защищены, если что? Ну, она страшная. Никто не поверит. Хорошо, что у тебя есть в чате гудгеймы и стримы, где ты можешь нормально выговориться, потому что... Ну ладно, Оля поймет, а вот на работе, конечно, так не пошутишь. Так не поделишься. Ну. Вон, самолет слева, нет? Да, хорошо летит. Только я не могу резко вправо уйти. Да, я монитор слева не скинул. Нормально, едем. Скинул, блин. Да нет, это до города. Лесбос. Это нет, до города вроде. Леонес. Немножко не долетит. Может, не долетит. Ну, мы въезжаем же, да? Там толпа, ну, людей будет. Первый май, нет. Все нормально. Ты че? Дым есть? Есть. Не жалею сразу. Проверь чуть. Воу! Не-не-не, это резко. Есть люди! За этим. Гренку кидает. Минус два. Захожу, еще подходит. Блин. Внутри, тихо. У меня один. Он вышел, сейчас поднимать будет. Нет, на втором этаже он. Не вижу. Вижу нокнутых. Надо мной один.
Блин, не вижу отсюда. О, ты четвертый где-то еще, да? Не слышал четвертого. Чувствуется, что ребята не очень опытные. Они в дефолтных ситуациях стрелять начинают. И выживать очень можно. И не очень точно. Ляо-бау! Опа! Была же стрельба. Угу. Или это шальная была? Не-не-не. Прям типа 210. За углом. Гранату! Окей. Блин. Слышу. Слева обходит. Вижу его. Граната. От него? Да. Блин, плохо. Блин, а как же он точно сделал это? Слышу его. Внутри. Где-то. Выбежал наружу. Вижу. Блин, зажми нормально. Ага, нет, этот хороший. Ай-яй-яй, я не среагировал по звуку, я думал, что он справа был. Нет, этот поопытнее был, да. Да, я плохо зажал, когда он был подальше, я вообще не попал ничего. Да не расстраивайся, что ты начинаешь-то, ну? Убил бы хотя бы одного из четырех, было бы лучше. Сейчас приду. Миш, я помогал. Да, эта граната хорошо зашла, прям задержка такая прям топовая. Ну, бывает. О, Ерангель, видишь? Сразу как. Не на камушке стоять и по посохам Ой-ой-ой. Что? Кто? Нормально все, успеваешь. Ой, рыбака. Рыбака. Сокол, да ладно, моё, у меня это... Поликлинику что? Есть? Нет. Что там? Поликлиника? Какая поликлиника? Больница, наверное, имеет в виду. А, очереди. Ой, Хелочка, спасибо тебе большое. Название стрима сменила, говорит. А мне ты так ни разу не говорил. Ну, потому что ты не девочка маленькая. Ну, все. Не плачь. Тихо, здравствуй. Здравствуй, братец. Кстати, я не знаю, как там по планам по вашим. Ну, то есть вы на зимнюю приезжаете или не приезжаете? Кажется, нет, но я на всякий случай. Вдруг вы там уже все запланировали? А у нас не было сейчас никого? Не было. Кажется, нет. Там время такое еще новогоднее. А ты приезжаешь, Соколик? Да, вылетаю уже. Не, уже это не надо. Спутник годится в кого. Так, у меня есть ловушка с шипами. Ну, сейчас круг сделают. Брэндон. Брэндон не очень сделал круг. На другом мосту.
На этих выходных первый раз я не столько не иду. Не, на Новый год, на Новый год. Ладно, тогда потом спишемся. Новый год к нам чится. Скоро все случится. И попёр вернется на новый стрим по PUBG. Один раз в год. Гермсорт, я не знаю. Там, кстати, периодически прилетают DDoS. И там есть несколько уровней защиты. Мы хоть и не пользуемся какими-то специализированными сервисами ввиду того, что это, как правило, ну, это дорого. Но у нас, во-первых, на уровне МГТС есть товарищи, которые помогают фильтровать трафик. И если атаки не очень серьезные, мы самостоятельно решаем. Ну, обычные. Угу, понятно, выглядит. Ну, скорее всего, мы в курсе. Просто не обновляйте страницы, чтобы у вас была возможность и чатик стал смотреть спингом. Трансляцию. Кстати, вы и в чатике одну хорошую фичу убрали. Так. А при наведении количества это есть уже в баг-фиксах. А? Что? Показывать количество зрителей заданий при наведении. Да. Да-да-да, это есть. Зрители, уже. Количество зрителей. Да-да-да. Молодцы. Так, когда очевидно. Мышкой. Да-да-да, мышкой. Раньше было приятно. Мы следим за твоей мышкой. Ну, с моей стороны пока что нет транспортного средства. Но нам как бы надо же. Мы же должны подлутать два груза, а потом рыбачить. Окей, бегу. Чекать машину. У меня прям нет машины. То есть я пробежал до сюда и впереди не наблюдаю, поэтому. У тебя там 3-4 спота. Ледер резет у нас. Миша всех помощников кастрировал. Кроме Хелки, потому что ей нечего отрезать. Не, подожди, там Элояр еще есть. А. Ну, Элояр, мне кажется, даже не знает, что он в помощниках. Я его хотел назначить как послом псов. Псосел. О, нет. Как посол и пес объединить? У меня есть баги. Я до сих пор на тебя обижаюсь. Песель. Псослы. 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 Все. Оп, тихо. А, это взрывы. И летит. Угу. Слава, у тебя баги есть? Баги есть, еду. Смотри, не успеем. Псослы. Меня за что? Не-не-не, там все прям тихо. Я как с амнистией, знаешь, тыкаю. Скинул, Миш. Вода вроде. Я возьму. Хорошо. Мне выйти на берег, типа, прикрыть тебя? Потому что на этом, на порту могут быть люди. На порте. Да, хотя они тебе не мешают. Нет, тебе не мешают они. Они лодок очень далеко нет. Будут. Псослы. Псослы. Класс. Лодок нет, бобер. Есть. Серьезно? Это не бот. Мою лодку хотел забрать. Ну да, боты не пользуются лодками. Ну он прям на лодку плыл. Этот упырь. Псосел. Не, псослы не имеют негативной коннотации, поэтому псослы это... Чё-то мне не нравится позиция моя. Ладно, я к машинке побегу. Надеюсь, там будет пулемет. Тогда мы сможем на мосту сквады рыбачить. Винтовка МК. Ну, такое. Выкинул кар. Ну, кар принеси, будь человеком. Угу. Mm-hmm.
Давай в центр, еще хапнем одного груза, а потом уже посмотрим. Наверное, у этого мини есть, если тебе надо. Да, надо. Что-то какой-то человек. Сразу не сказал, что у него мини есть. Ну, я только сейчас пролутал, ты что? Когда я мог лутать? Ты в любое время, гоу. А, ты вот так, окей. Это ж твоя машина, ты пускаешь посторонних за руль. Да рано, Миша, я тебе доверяю. Ну, надо пистолеты еще, кстати, брать, чтобы можно было из с руля стрелять. Пыщ, пыщ, пыщ. У меня есть пистолет. Воу-воу-воу. А ты смотрел готику? Ты видел, какой я могущественный маг уже? Угу. Видел там? Пш-пш. Я видел, как ты Жене показывал свои доспехи от мага. Да, она почему-то не впечатлилась, я не понял. Да. Это было обидно. Вот если я Оле что-то показываю, она впечатляется. У него память плохая или что? Нет, каждый раз по-новому. Окей. Где транспортное средство, скажи мне? А? А вон справа вот. Слева человек бежит. Бьем, не? По полю. Мамкин драник. Где по полю? Вот прямо сейчас 200. А, вижу, да. Он зачем? Это ты жестокий какой-то. Едь прямо. Попробуй его снять просто. Успел, блин. Лутать не будешь? Не знаю, у меня опасно, мне кажется. Есть? Ладно, посмотрим. У него действительно есть. О, компенс. Гоу. Гоу. Смотри, там впереди УАЗик есть? На горе. Мне показалось, нет. Или? Точно нет, вон стоит. Да, да. Ио, привет. Привет. О, загрузка. Точнее, вот сюда вот поехали. Мне только иксовка нужна, по сути, больше ничего. Мне тоже. А он, наверное, эти домики лутал. Ты думаешь, он пешкару из них бежал, что ли? Угу. Вполне возможно. Да. Да. Давай чуть дальше проедем тогда. Но здесь как там бы люди должны лутал. Быть. Я, он был бы жирнее, если бы там лутал. Но здесь, мне кажется, может быть сквад. Там открыто. Там открыто. Значит, друзья лутали. Что будем делать? А ехали уже рыбачить. Слышал, там это куча народу уже было. Да сейчас подкрадемся их. Паф-паф. Через вот да. Так. Только очень аккуратно, потому что там народу реально должно быть очень много. Там самолет летел, и это место такое популярное. Полсотни человек еще на карте. Угу. Ну конечно, и ты давай сигналишь на последнего. Движок выключи и посигналь. Может не проехать через эти руины. Выключайся. Закрыто. Улич. Круг такой. Здесь скар опять. Кар. Что-то тихо они себя ведут. Либо рыбачат, либо затаились. Ищи кулич. Не, у меня все есть. Окей. Выдвигаемся как? Угу. Ты готов? Угу. Опасно. Мне кажется, там минимум одна тема.
расселась. Самоль, чекнем сначала. Зелень не увидим все равно. Забей на него. Аккуратненько. Максимальная концентрация. Бебер. Тихо, внимательно. Едет уже. Пукалку только что слышал. Маленький мотик. Он выкинул. Блин. Возвращаемся. Давай, на груз. Близко слишком. Гоу. Угу. Ну или я могу съездить на поле, его собрать, а ты типа здесь собирать информацию. Ну давай, едь. Удачи. Бери УАЗик. Спасибо. Лучше ковра больше. Не, я лучше дым возьму. Окей. Okay. С богом. Не послышалась машинка. Опа, люди. Постарайся не проявляться. Я не могу помочь. Я не проявляюсь. Рыбаки есть. Хорошо. Подлутали только что Гарика. Понял. Я ползу к Гарику. Как раз доползу. Блин, аук еще один. Или выехал, блин. Там люди? А, слушай, может мне подистректить тогда, раз ты в одном месте? Может я проеду, типа, на маяк или куда-то еще? Я не хочу шуметь с твоей стороны. У тебя есть иксовочка? Х2 только не. Ну, маяк можешь попробовать. Я еще не дополз до Гарика, конечно. Ну, тогда я, наверное, так же, как мы пришли, попробую подъехать. Раз они нас не слышали с такой траектории. Серьезно, блин. Серьезно. Откуда инфа, что там люди у тебя? Я видел. Понял. Сколько? Я видел одного, он лутал Гарика. Понял. Я почти дополз, вижу их не машину. Понял. Я пока пешкарусом. Я могу на себя забайтись, например, если у тебя позиция хорошая, если в спине. Я пока не вижу ни одного. Может, на мост они ушли. Вижу одного. Как могу убить. Лучше? Он в открытку. Давай. Лежит. Давай. Я подхожу. Хорош. Мамин драник, это как раз. Ага. Второй на, да, мосту. Второй? На мосту? Двухташку? Двухташку? Не слышал. Хорошо, а, ты на двухташке? Иду. Я на двухташке. Иду. Один на моста, левая сторона моста в этом. Как ее? Тихо. Опора. Другой сокращает по мосту. Ага, вижу. Будем сейчас поднимать другана. Смоки. А по левому тоже работаем. Ну как, поднимают работаем? Уже. Поднимаюсь на второй этаж. Пытаюсь гранатой. Не получилось. В какой стороне моста они? Один слева, другой справа. Нет, в дыме кто? Нокнутый. Ага. Я не понял, где, откуда стреляли сейчас. А, левая опора, ближняя моста. Понял. А, вижу. Хорошо. Да, он нокнул. Ага, один, один перебежал налево, вижу, а вижу, где вижу, мы лутаем. Вижу, вижу его. Вижу, 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 вижу. Дал ему одно. Оба, а там еще два. Он поднял его. Перебегает ближе. Выцеливает меня. Один побежал лечить. Поднимать. Пытаюсь прострелить. Нокнул. Где? Ближний, где Урал наш. Понял, понял. Я на крыше тогда. Хорош. Грена сзади ко мне вошла. Не вижу.
вижу. Ах, граната. Тварь. Подбегает. Вижу. Нокнул. Отлично. Еще один же есть. Да. На мосту, скорее всего. Тихо. Не вижу. Скажи, когда я могу подойти. Не можешь. А, здесь тихо. Есть. Провоцирую. Нет, не могу провоцировать. Почему я не поднимаю тебя? Он своего поднимает. Поднял. Поднимаются. Лечусь. Они могут зайти нормально, где время есть. Бегают вокруг. Вижу один за этим. У меня перед. Опять огонь. Это я. Одного мониторю, второго слышу. Не слышу ни одного. По нему стреляют. Опа. Это другие. Да. Блин. Черт, издалека меня чуть не грохнули. Тот в двухэтажку убрал. Убили кого-то. Один здесь еще есть. Понял. Капец, война. Миксов нет. Он затаился где-то. Ну, или его нокнули, он от пола затаился, либо он... Я бы ждал следующую тему, мы пока в круге. Надо инфу собирать. Не, я слышу шаги рядышком. Здесь. Серьезно, ты хочешь? Не, чек. Ага, по мне другие стреляют уже. Ориентируешься на маяк. Вижу, на крыше стоит. На крыше прям нас мониторит. На какой крыше? А, двухэтажки, что ли? Да. А, вижу, вижу, вижу. Мне казалось, что ко мне пролетело... Хорош. Нокнул. Сейчас я должен активизироваться, побежать к тому. Я мониторю проход. Пробежал уже. Вот там это. Вот, понял, да? Заправка, кажется. Да, мне нужны иксы. Я к нему. Какому из? Ну, на крышу и вот этого чувака. Мы их всех тьму убили. А икс 2 у него только. Пипец. Тебя могут сокращать. Ой, смотри, какой круг. Блин. Так, я лечусь пока что. Давай. У этого тройка только. Блин. Тройку взял. Убитый просто. Это шумат. Он, да? Спустился вниз? Да. Не понял. Это сзади. Это с горы, 220. Что ли? 220. Чёрт. Вроде. Мы отсюда можем не уйти. Лечусь. Ну да, стекло выбито. От... И пули с той стороны. Так, что у нас по... Твоя машина? Да, я думаю. Ой. Нам в идеале бы в эти скалы приехать. Да, вижу его. А, стоит вот... Бежит, сокращает. 255. Вижу, вижу камень. Блин. Ты смотри его, я смотрю в другую сторону. Он меня уже выцеливает. Из-за камня. Блин, 40 секунд. И он стоит там, блин, к машине не отойдешь, и он с последнего стоит. Давай, а, у этих машин около моста есть, нормально, мы уедем, если его убьем. Думаешь, обойти если он его? Только один. У тебя граната нет. Есть? Нет, дым только. Ладно, я рискну, к Гарику вернусь. Готовься, мониторь камень. Я отвлекаю пока что. Он мансит там. Да, он от меня справа от камня был. Ну, от тебя кроется стопудов. Угу. Значит, он не один. Он не мог меня видеть. Угу.
Блин, время-то. Время, да. Вижу его. Выцеливает. Меня выцеливает. Не могу. Он от меня прикрыт деревом. Он ще... А... Мониторим его. Его накрыл круг тоже. Вижу его. Убил. Блин, все, валим к мосту. К мосту там дача стоит. Мы успеваем. Успеваем. Да, есть. Тут еще же один труп должен быть, да, где-то? Да, вот труп один. Тоже голый, пипец. Брони даже нет никакой. Черт. Брони не чекал. Здесь еще один. Чекаю. Тоже голый. Гоу, 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 гоу. Сейчас будет кусать сильно. Бустируйся. Готов. Ёпары сатэ. Ну давай, предлагай, куда ехать. Угу, кусает сильно. Ты можешь не успеть. У меня только бинты. А-а-а. Аптечку скину сейчас. Не надо, едь. Да, твари. Очки. Вниз, понизу, понизу. Твою мать. Приехали, блядь. Нас еще сзади стреляли. Да. Этот последний нам, конечно... Вообще такой хаос. Не надо было тебя лутать последнего, соколик. Неправильно оценили. Ну, Миш, те так же были там. Нам не хватило времени. Мы так же проехали. Фух, прими челлендж-то. Так, челлендж. Внимание, челлендж от Fallen Templar. В трех играх подряд не умереть раньше или одновременно с соколом. Нокаться можно. Ну вот сейчас ты умер не одновременно и не раньше. Я первый умер. Правильно, неправильно? Ну вроде да, сначала ты сдох. Блин. Да, надо было... Ну мы не знали, этот чувак один или нет. Потому что сначала стрельба была вообще со стороны заправки. Потом надо было, конечно, раньше выходить. И кружание там такое было вообще агрессивное. Все дома заняты. Скала частично занята. Я не знаю, как мы туда бы доехали. В горочку мимо нет, всех. Нет, там дичь была полная. Они же все в позициях, а мы просто такие хлебушки. Ну, если бы удалось, если бы мы не перевернулись, не врезались в забор, который не пробился, то, да, может быть, доехали до будки. Сливаем. И там бы... Хорошо. Сейчас вы вроде одновременно умерли. Хорошо, хорошо. А, меня не добивали. А, умереть, не нокнуть. Угу. Ну да. Бобр тащит бревно. Блин, Темплар, ну за что ты так? Обидно просто. Стараешься. Мишу раз в год, блин, PUBG, это, ты ready, прожми. А, что, я только загрузился. Я стараюсь, блин. Побер у меня. Отнял модерку. Обозвал. Вообще. Миш, как ты можешь так жить вообще? Не расстраивайся. Ну я понял. Надливать опять. Блин. Да, можно поиграть. Ну, две потные... А я уже ливнул. Хорошо. Ну вот, ну, это сейчас будет хороший. Скриньте. Окей. Гол. Прожал.
Хорошая карта. Остаемся? Да. Почему ты не хочешь киберпанч на выходе? Ну, во-первых, есть информация о том, что игра очень сырая, и будет масса негатива, связанного с именно с этим. Во-вторых, зачем, если, ну, если есть замечательная готика, и, а в киберпанк можно поиграть тогда, когда выпустят, по крайней мере, несколько патчей базовых. Потому что я уверен, что самая большая претензия к киберпанку будет в том, что он сырой. Во-первых, те люди, которые успели в него поиграть, об этом говорят. Во-вторых, неоднократное сдвигание сроков об этом говорит, что им в любом случае пришлось чем-то жертвовать, и они долатывают прямо в авральном режиме. Поэтому зачем портить себе впечатление? Уже кричат, что там все в багах. Ну вот, пожалуйста. Я никуда не тороплюсь. Да, можно подождать, потом играть с удовольствием. Да. Как в готику, Миша, сколько лет ждал? Еле держался. Да. Что планируешь на НГ стримить? Мы обязательно, ну, во-первых, у нас Росбрейн Кап, во-вторых, у нас обязательно будет творческий стрим, потому что Витя уже минусовочки скидывает, и, несмотря на дистанционку, мы возвращаемся к репетициям. У меня даже не запускается, говорит, стиха. А, вот так вот. Неторопливый бобер, лярик. Ну хорошо, вообще мясные такие каточки получаются. Так, хорошо. Пыщ-пыщ. Зря я, конечно, не сразу тебя начал поднимать. Я почему-то думал, что он будет штурмовать, когда я забегу. Когда он не забежал. Слишком много времени потерял, в общем. Хотя мы все равно бы не стали бы спускаться. Пока ты не вылечился полностью. Хорошо, что подошел товарищ и им немножко в спину пострелял. Ты не знаешь, Ведьмака уже нормально пропатчили, можно играть? Ведьмака третьего отлично пропатчили. Шикарная игра, уже 100 лет как пропатчили. Можно и нужно играть, если ты Ведьмака не играл. Это прям... Вопрос только в том, будет ли у тебя на это время. Потому что Ведьмак, он... Каска есть ли что? Пока нет. Че ты сбегаешь в мою часть? Здесь пусто вообще. Ты здесь лутал. Поехали. Экстрей нужен? Нет. Да. Go. На. Ладно, go. Go. На. Да. Go. Go! Метку поставил. Личной жизни нет, говорит, семьи нет, целей и желаний нет. Голо, ну что пошла за депрессуха? Прекращай. Прекращай. А что в Грузии было? МК-14. А, точно. А у меня этот аугло. Чем птиц не стримит? Не знаю, чем не стримит. Давай здесь останавливаемся. Только машину бы с другой стороны. Ну, ты молодец. Почти все правильно сделал. Хотел сюда проехать. Да, но это не... Не так-то это и просто. Да. Я понял, постарок призвался. Ладно, я бетонку... Калашик я нашел. Хорошо. Да. Скорель выкидываю. Эти упыри не могут к нам спускаться? Ну, типа могут, но смысл. Самолет. Угу. Уходим на машину. Гоу.
Ты мониторишь его? Вижу. Угу. Над нами. Едь, я сзади сейчас чекаю. Окей. Нет, не вижу ничего сзади. Значит, будет спереди. Там вода. Блин, и город. Ладно, сейчас посмотрим. Не понял. Точно сзади нет? Нету сзади. Впереди не будем. Он уже за пределы улетел. То есть, в принципе, он мог скинуть где-то, типа, в грейвьярде. Там, где мы были. Да не, изи он еще мог скинуть. Он пропал из виду. Нет, там неудобно. Через город нам надо ехать, потом еще в лодку искать, да. И плыть. Ну, левее уже, давай вот на желтую что. Давай. Жалко, я понимаю. Пистолеты, обрезы подбирать, еще колесо прострелить надо. Точно, мне ж колесо надо. Ну, я пистолет поднял. Есть каска, если броня первая. Броня пригодится. А на этой карте нет этого, как его? Дирижабля. Вроде нет, пятерки скинул. Так, Герсону нужен совет, друзья. Обратите внимание, пожалуйста. Наверняка кто-то что-то подскажет. Да, Изис, делай, без проблем. Ты так говоришь, как будто пользовался, потому что я вообще не разбираюсь в этом. Я тоже не знаю. Пока вообще. Да, конечно, я... Что за приложение? Для знакомства? Нет. Никогда. Не, Герсон, да, это уже стандарт. Это стандарт. Давай заедем вот сюда. Там могут быть люди, но там зато вот много. Потенциально. Смотри внимательно только. Смотри, слушай. Ладно, закрыто, выходим. Такое просто. Десант. Два брата акробата. О! А это ты. Я послышал шаги. Надеюсь. В районе бетонки. Как звуком тут? Бери бетонку. Да уже. Степан, привлекательный, богатый, перспективный, его далеко не полный список того, к чему я не имею никакого отношения. Третий рюкзак здесь есть. Зачем тебе женщина, если вокруг столько одиноких мужчин, говорит Fallen Templar. Ох. Мне кажется, Fallen Templar долгое время зависал на СК2 ТВ. Что-то мне подсказывает. Есть! Где? Инфа. На углу здесь стоит. Их несколько. Вроде. И ты стрелял сейчас, Сашка? Нет. А, ну, значит. Ну, мой нормальный, я подлутал. Тихо. Уже ненормальный. Тихо. Угу. Вот. Внутри, что ли? Да, похоже. А, это бот. Что за привычка у тебя болтать во время этого самого? Здесь пятерки есть, третий рюкзак и глушак, наверное. Будешь брать? Конечно. Бери. Ты лутаешь просто всех. Миш, сколько у меня было воздержания? Ну дай чуть-чуть хоть порадоваться. Go.
Гоу. Да, Голум, они разделили игра по смс-очкам на рейтинг. И остальные играют, и чтобы быстрее поиск был, они врубают ботов. Короче, Брэндон... Ну, они сначала уничтожили игру, а потом... Думаю, не смогли вот с читерами ничего сделать. Сделать больше людей. На дельтаплане хочется полетать, понимаешь? Броня любая нужна. Угу, самолет. Первая броня на мне. Не, ну это летит совсем... самка. Гоу, поехали. Слышу, вижу. Гоу. Гоу. Долго собираешься. Опоздаем. На, Герсон. Значит, ты ей мог дать то, что ей не мог дать он. Хорошо, хоть не мужчина оказалось, слушай, не такой плохой расклад. Да. Пообщался зато это самое, поднаторел, вспомнил, каково это. Да. Ну, очередь моя, но лутает ты, у тебя нету про ничего. Спасибо, пытаюсь. Гроза. О-о-о. И глушак еще. О-о-о. Спасибо, соколик. Неплохо. Рыб. Мне послышалось этот. Нам надо транспортное средство. Хотя мне две канистры стоп. Там, где мы были до этого, там был такой же УАЗик, как этот. Вон он стоит слева. Вижу. Куда едем дальше, скажи? НЕ машину меняем. Ну это понятно, а дальше-то куда? Не знаю. Мне нужна снайпа, мне нужно все. Бах. О, припарковались как раз. Я через верх выйду. Ну я не хочу просто на юг ехать. Давай здесь где-нибудь это самое потусим. Можем на... Я понял, вот, да, вот. Ерис, кто-то слева. Да, справа. Смотри, сколько их. Справа, да? Да. Не вижу. Не вижу, не слышу уже. Проехали. Или остановились? Боюсь. Я только их слышал фантомно. Я их видел даже. Ладно, не будем искать проблемы. Давай лучше выберем место. Слышу. Странно. Новые кружане, причем еще. Вау. Так, ну что? Ну, можно вот на эту горку, на топовую. По этой дороге по нашей много народу должны поехать. Угу. Так или иначе в эту сторону. Из города, например. Давай аккуратненько. По левую руку люди были. Что, кемп займем прям по курсу или проедем мимо? Да, да. А, да, его я и хочу занять. Да. Сейчас мимо проеду. Внимательно. Закрыть, да, и баги ставить. Порезь. Оп. Самолет. Самолет. Берем? Это вызванный. Не. А, да. Блин, меня теперь напрягает это. Ты как во сне. Наверное, только... Так быстро все продолжало? А там все ничего лутать, да? Ладно, может первый самый не зашел. Семерки, блин, нужны. Первый не зашел.
ТПВМ-ка здесь. Семерка. М-ка? Патронов много, да, на ней? Очень много скинул на себе. А, и ну здесь все, потому что у меня только 40 патронов. Аптека мне еще нужна. Аптека. Отдам, отдам. Где ты там? На вот тебе семерки и одну аптечку. Болики нужны? Не, у меня 2-3. А, у меня тоже 2-3, ну все тогда. Так. Вообще мимо нас должны проезжать люди. Не на нас, но мимо нас. Слышу, очень далеко. На N. Снайпер у меня винчестер. Окей. Хорошо. Бобёр, когда ты коронку подхватил, у тебя какие первые признаки были? Повышение температуры. Резкое повышение температуры, которое парацетамолом сбивалось весьма неохотно. Ну и, соответственно, все, что сопряжено с высокой температурой. То есть слабость, боль в мышцах. Потеря горло, вкуса там, и нос. Прочее. Нет, нет, этого не было. Ничего. И кашлю. Кашля только был достаточным им недолго, где-то день-два. Сокол МАВ, говорят. Самолет летит, а съезд 40, готовимся выезжать. Летит прямо на нас. Ну, поехали. Ты за рулем. Разворачивайся. Разворачивайся уже. Думаешь? Конечно. За вопрос. Мониторят и едь. За нами машина звучит. Мертвая зона. Мониторю. Над нами не скинул. Справа бежать, слева. А, там везде люди. Может, не надо? Может быть. Вишень, да, готовились. Вовремя, убить. Вовремя уже. Че, охренели, что ли? Мы же уже уехали. Попал. Да? Хорош. По мне. У меня икса нет. Ага, он на самой макушке. А, понял. На-на. Попал, да? Нет. Но он испугался. Еще бы. Я просто не знаю, какое предупреждение брать на винчестере на таком расстоянии. Но он по мне попал, да. Мы на краю. Или от края отыгрываем здесь вот эти все горочки хорошие, прям топовые. Ну, ну давай отсюда отыгрываем где-нибудь. Может, кому подлутать получится. Машина еле далеко 200, с горы спускается. 2-3 машины. Ну, у них груз. Да, вижу машины. Картедж, да. К нам едут. Тут что? Они же? Или кто? В нижнем кемпе. Да, останавливаются 3 машины в нижнем кемпе. Вышел один. Прям дороги машину бросил. Я переставлю тачку на шину. Стрелять по нему? Он пересаживается. Да, ну смотри сам. О, попал. Но не по ним, по машине. Попал. Я в шоке. А, они реально пересаживаются. Бензин кончился, может.
Может быть. Ооо, звездород. Купи птичку манку водорода. Спасибо большое, Коша Олдер RPG. Добрый вечер. Поиграли сегодня в готику 3 часика и... Ну, подвели итоги бинго, кстати. Мне очень понравилось в такой компании стримеров находиться. Что очень весело. Какие только конструш какой-то. Ну, компания «Газпром». Хотя нет, «Газпром Медиа», оказывается, владела Матч ТВ, а Матч ТВ владела КХЛ маркетингом. КХЛ маркетинг, да. Ярит. Завелось 335. Блин, как будто близко. Да, в горку поднимается. Постреляем? Будем? Давай. Быстро. Нет, они быстро едут. Не хочу. Еще едет мотоцикл. Так же. Спускаются. На нас. Давай. Одну попал только. Прикрывает их, друзья, уже. Нам руинит тачку. Нам минус. Нам будет сложновато отсюда выйти, да. А, они минуснули, но... Уехали, типа. Я попробую баги взять. Поставить, по крайней мере. Стреляют. Да, по баги стреляют. Вряд ли я засейвлю ее. Бегают там гады. Сокращают. Ну пусть сокращают. Но они, скорее они всего, закрывают. Они рассосались слева-право за горочки. Вижу. Да, ну каким макаром мы отсюда будем? Уходить, интересно. Да, посмотрим. Я не узнал, что у него за пушка еще. Баги минус, да? О-о-о! Извини. Могут рашить. Там голову СКС. Причем двое стреляло, судя по всему. Ни одна аптека. Нам, блин, надо как-то миновать их. Мы на четверых не сможем выйти. Особенно людей, которые нормально стреляют. Я предлагаю по кромочке уехать на 200. Сейчас вот вылечить, ну, не пикаться. Да, все равно придется уходить. Ну, то есть мы с любым кругом не можем ничего сделать. Готов выезжать? А, прямо сейчас хочешь? Я думал, да. Типа... Так, мы смог сейчас спускаемся на ту... Нет, гоу. На ту машину, где закончились... где закончился бензин. У меня бенз есть, главное доехать до туда. Понял, да? И там как бы... Сейчас они постреляют по нам. Вот, мы в кемп сначала откинемся. Да. Машина справа стоит. Блин, ее... На нее кинуть надо смог, наверное, Миш. Да, надо. Я кинул, побежал. Я тоже кинул, побежал. Плохой смог, давай. Я... Молодец. Нормально, я закрыл. Хорош. Есть мото... там... Чуть-чуть. Топливо. Чуть-чуть. Заправляюсь. Сзади едут. Сзади бегут! Попало одно. Валим. Нет, а, да, валим, там еще подходит, гоу. Черт. У них там, блин. Сейчас сверху еще будет стрелять. Не-не-не, двое было, один уже за камнем, да, за да, камнем у ближнего больше подбегал. Да-да, сокращаю. Так, выбирай, еще слева машинка подъезжает, здесь очень жестко. Выбирай место. Не кемп, но может будку, вот, которая чуть левее. Вот будка вот есть. Не-не-не, вот. А, ну ладно. Да, вот будка, слева. Потом... Это будка дырявая, да. Вон, на желтую. Да-да-да, я туда и хотел. Я туда поставил. Окей. Машину внизу ставлю. Да. Может, даже не сама будка, а вот именно камень вокруг. Ну, у нас здесь зад открыто. Будет. Здесь открыто. Да, зад у нас палевный. Заходим. Блин, два дробаша с поднятыми. О. Это нам? Не нам? Да. Вроде нам не нам. Нам встречку кинули. Не-не-не, это там... Нет, нам. Это нам. Серьезно? Сейчас побегут на 220 люди. И могут побежать, кстати, 165. Я бы закрыл 165 и смотрел 220. Блин,
Ну-ка, я зайду внутрь и посмотрю, куда лучше можно еще переехать, пока есть возможность. Да, здесь слушайте. Лучше, мне кажется. Вижу, двое на камне, 305. Спускается, причем один. Я выхожу. Я выхожу из-за камень. Ты стой. Оба штурмуют. Беру гренку. Третий там же. Подходит. Нокнул. Одного. Ранил второго. Ой, гренка. Блин, какой плохой зажим. За деревом. Вижу, вижу, вижу. Оба, меня кто-то другой стреляет. Я внутрь. Нокнул второго. Да, сзади его стреляет по нам. Да, сзади. Какой ад. Сучки, а. Так, может выйти и гренку кинуть, нокнул? А? Да-да-да, там один остался только. Тварь, а. Я опять грену кинул. Аптека есть? Лишняя. Что? У меня только 15 бинтов осталось. А чё они живы? Не живы, там труп. Живы, а, живы. Всё, их добили. Досчитали тебе. Вот этих надо закрывать. Нет, добили нокнутого. Живой где-то. Дверь простреляли. А где он? Где кто расстреляли? По звуку 130 вон за этим. А, вон он. Не надо, он пристрелил уже здесь. Не надо, не надо будет идти сейчас на нас. О, это не ему? Похоже очень, очень похоже. Нет. Нет, он лежит все еще. Ну смотри, вон те... Опа. Там еще нокнутый до сих пор. Там еще есть третий или четвертый. Или его поднимают. Нет, это мертвый. Так, ну мы от... здесь сидим просто до Талова. И... Да. Мы можем еще смог откинуть потом. И подлутать этих. У меня да. Брони нет, ничего нет. Снайпер нет. Как эти нас хотели? Да, три человека, 175. Вдоль бегут. Надо убивать. Нет. Уже они нет. Они же бегут на тех, правильно? Да, ну, возможно, это... Короче, ладно. Но стреляли не они. Можно стреляли попробовать не выйти они. Сейчас. Не знаю. А, они убили вот этих за деревом, которые были? Нет, не убили. Началось там. Да. Бегут, 7 секунд. Блин, они хорошо бегут. Я открыл дверь. Один к нам вроде сокращает, да? У них, может, не будет выбора, они должны прикрываться от левых. Наша задача закрыть круг, не подпустить их. Я мониторю. Сейчас за камни 150 должен бежать. Угу. По идее. Выцеливает. Да, выбегает. Ждем. Ждем пока. Правильно? Пока он этот камень минует. Да, да, да. Их там с той стороны приняли. Давай. Нет, не вставай. Стилю пытаюсь. Ага. Значит, у нас на 55 люди. У нас прям здесь близко, 5 за камнем. Да ладно, гренка кидает. Он не попадет. Не докидывает. Черт. Давай налево. Еще стреляют другие сбоку, вместо чтобы да, под этим стрелять. Нет, лечись. Да какой лечиться там просто? О, да, чуть-чуть будка, конечно, зона не смерти. Хватило, чтобы будка была. Черт. Но я не понял тех снизу, которые нас глушат, мы и так обречены, а те стоят в открытку да и их нет, не глушат. Так, так никто не, далеко не на этом уровне не смотрит. Меня убили сзади. А, ну понял. Ну. Да, мы могли, разобравшись с чуваками, которые нас рашили, спокойно занять полночка? Горочку. Да? А, отлично, пришло. Да? Ага. Поверь. Серьезно? Размер роли не имеет значения, поверь. Вон, как воля меня. Мы купили 25-метровую, как ее называют, светится. Гиена Пиг. Новогодняя гирлянда. Репка погодки будет. Повесить спереди дома всего, знаешь. Так. Гирлянда. Такой крестик выложить? Рождество. Нет. А у вас есть товарищи, которые все еще... Какие штрафы Ливай. Грозят? Да блин, ты такой за быстрый. Что? Ну, за...
гирлянду? Нет, за левый патриотизм. А, не, левый можно. Нет, очень левый. Я бы сказал, социал-демократический. Не, за левое можно все. Это все разрешено в Германии. Ладно. А, это правый, говорят. Да? Хорошо. Я уже забыл, какая партия там изначально была. Да, я про правый. Да. Ну, каточки мясные, хорошо. Наливаем? Конечно. Национал-социалистический. Да, да. Да. Символ гильдии непризнанных художников. Давай хоть топчик разок займем. Я понимаю, что сквады, понимаю, что непросто. Но не, ты же видишь, что здесь хлебушные тоже местами товарищи есть. А есть не хлебушные? Да, особенно вот эти последние два сквада хлебушные. Они, ну, тот, кто рашил, он хлебушный все-таки. Которые за одной елкой втроем хотели спрятаться. Ну да. Сейчас вернусь. Давай, Михаил, пока. Ливай. Эй, Миша! Ливай! Ах, он здесь. Он еще не... Он ушел. За что? Надо ливать, побёр. Бобёр, ливни. Ё-моё. Вот это он кидок, а. Ему ливать надо, а он здесь. Ушёл. Испражняться, наверное. Ну всё, сейчас будем играть в этот шлак. Так. Хелк забанил Портоса. А, ты вильнул уже? Нет, конечно. Ну, играем что тогда? Нормально все? Да, изи. Не переживай. Да, забодоров. Забанил и разбанил. Ну, это как-то... слабенько. Не убирай ее из помощников, она мстит за нас. Власть она развращает. Да, да. У нас чел. А что так поздно летишь? У нас два чела. Давай направо. Два. Направо они летят. Не, они один направо, другой налево. Да, окей. Блин, ну ладно, вектор есть. Нету ничего. Понял. Миш, сейчас будет. Он внутри. Иди назад, лутай. Он срешает. Который подходит. Блин, да что ж такие агрессивные-то люди? Бинтуюсь. Там дверь... Сейчас кто-то заходил открыто. Меня могут сбоку, я пошу мониторю. Бинтуюсь. Это я. Там, блин, столько лута было в этой маленькой хижинке. Сейчас второй дружанин подойдет. Попал? Нет. Второй подходит. Дверь закропили. А, бинты, один штук нужен. Или два, два нужно. Скинул. Блин, там аэрки. Там куча всего было. Он до сих пор в этом маленьком здании, да? Ты слышишь. В маленьком один слева.
По нему, видимо. Или по тебе. Нет. Дверь, которую ты закрыл. Я не понял, откуда он ее вскрыл. Из-под ХГшки. Мой же к дому подошел. Не понял? Нет. Да, он там на углу стоит того маленького домика до сих пор. Аккуратнее, тебя там с двери простреливают. Надо одного как-нибудь зарашить. Давай этого рашим. Go. Go. А, тот далеко стоит. Понял. Я не вижу. Он надо через дорогу стоит. У меня. Вижу, надо мне. Это другой уже. По тебе? Нет. Поэтому пырю, наверное. Да у меня сайга, блин, это не дальнобой. Понял, где он? Конечно, понял. Оба, один здесь, где на двери? Между нами. Блин, у меня нет. У меня нет патронов. Я пытаюсь до тебя добежать, но... У меня нет оружия. Оно поднимет. Единственный шанс. Выкинул это... сайгу на мне. Ага. У меня берил здесь. Они сейчас будут рашить. Да? Все, они здесь. Рядом где-то бегают. Граната. В здании. Бери! Понимай, 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 понимай. Да ладно, бобёр, берил, Стас. Берил без прицела, без армора вообще. Вообще бобёр. Это было неплохо. Без патронов причём. Я такой крюк сделал просто. Ой, что-то мне сегодня прёт. Если бинты будут или что, мы тебе оставим. Они нормальные. У них было всё значительно лучше с эквипом. Значительно лучше. Бинты есть? Нет. А, есть. Два бинта скинул. О! Угу. Это по нам бот или что? Это бот 55, не знаю, по нам, не по нам. Но я пока что лечусь. Тем, что есть. Я проверил здесь домик. Я тоже пошел. Броньки нет. О, бинтики. Сокол, говорят, зря поднял. Так бы это самое... это неплохо. Калаш здесь, КБЗ еще. Да, я буду уже с этим бегать. Прицел нашел. Базовый нужен. Угу. Мы тебе его найдем. Давай куда-нибудь выдвинемся, чем. Пошли. Надо было по грузовику пострелять. Угу. Лев, Лев, Лайф. Ну, закончилось готик. Сегодня уже поиграли 3 часика. Х3 здесь. Да нет, не нужен. Бронька первая. Еее. Я смотрю другие дома. Угу. Вторая бронька, отлично. Только прицел нужен, по сути. Вижу людей далеко на 100. У меня чатик добрее стало с под, под
присмотром Хельки. 105 бегут в нашу сторону. Если сейчас хорошую позицию взять, можно будет стрелять. Но еще далеко, у тебя еще есть время. Да, я здесь. А, оба. Это, видимо, это они уже меня по тебе, уже да? Видели. Да. А я их не да, вижу. Да, вижу. За камнем 105 уже. Ага, вижу, сзади другие сокращают. 4 человека. Прикольно. Ну, я могу сделать, что отступаю, чтобы они спровоцировались и побежали через дорогу, если ты их мониторишь, то... Ну, я смотрю в ту сторону, блин. Я делаю вид, что убегаю. Просто убегаю. Я думаю, что должны они меня увидеть и активизироваться. Но это не точно. Вообще движения не вижу. Да, они побежали налево теперь. Ну как-то прохладно, если честно. Да, бегают как-то право-лево гуськом. Самолет летит, у меня тут машинка есть. Хм. Ну не знаю, такое. До сих пор там же бегают. Ну я могу с фланга попробовать подойти, я уже немножко обошел их. И голограф. Ну я их не вижу. Аналогично уже. Но они есть. Груз выкинули на 100. Это могут быть они. Нет, 100? Не они. Груз на 100. Близко это? Да, очень. Не, не очень. Метров 400. А, это на них прям. Ну не прям. Ну если хочешь, можно просто подойти и нажать. Слышно, не вижу. Они стреляют с кем-то. Вижу. Ага, вижу одного из них. Да, грузы они смещаются. Понял. Скорочаю. Да, он две. Но это было, к сожалению, мало. Не вижу, блядь. Вижу нокнутого. Вижу убитого. 120. Тут трупы. Они отсюда начинали. Вижу, бежит, 130. Куда, в какую сторону? А справа налево. Бежит на труп. 130. Вижу, вижу. Лутает. Вижу. Я могу его убить. Ну я ему 2 дал. Убил. Ты мониторишь, что дерево? По мне другой какой-то пристрелял. Тихо. Я ничего не пока что не вижу. Никого и ничего. По мне кто стрелял. Я не вижу, где они. Дал одному. Вижу. А-а-а! Да блин, ладно! Я в флоум сейве. А, у меня блидаут, все забей. Тебе не надо было с ними перестреливаться. Да я, меня за кавером уже нокнуло. Я был за стеной уже. Ай, бывает. Ну-ху, нифига себе, какие там смайлики. Я вижу их всех. Троих. Но мне не нужно. Им не нужно идти на меня. Блин, как же быть-то?
Вижу, вижу. Вон один сверху, один там, один справа остался. Мансят, я не знаю, как тут. Плюс у меня в спине сейчас люди будут тоже. А давай сделаем так. Сокращайте, вас же больше. Двинулись. Третьего не вижу. А это проблема. Вижу третьего. Обходит гад. Ну, если ты ляжешь, он тебя не будет слева. Блин. Если бы еще стрельба была нормальная. Да, я понял вас. О, его нокнули. Его другой нокнул. Да ладно. Да. Не понял, как так? Ну там другая тьма подошла. Опа. Понял. Двое. Молотова. А еще один сзади подходил. Не, берил хорош. Да нормально, Миш, молодец. Так, первый раз Миша умер не раньше меня. Там три раза подряд нужно, да? Да. Просто Коробок говорит, прикольно, я синевик, никогда не подумал, что буду. Да, ему сразу, заходи, там у тебя дома ждет хата. Просто пытаюсь разобраться. Да, здесь по сравнению с тем же самым Ютубом, ну, который дает, безусловно, отличные темы в виде сохранения и отличную доставку контента, на Goodgame очень много хороших функций. Вы, во-первых, можете заценить чатик, функциональность его по сравнению с ютубовским, просто небо и земля. Вы можете посмотреть, что действительно здесь все вокруг стриминга, здесь турниры, игры в том числе есть, новости тематические, профили ваши, ачивочки. То есть такой отдохнул, может, готика. Нет, так оно не работает, нужно заранее проанонсировать. Кстати, у нас карта хорошая. Привет, Галгет. Михолдер говорит, поправь... А, по поводу окна чатика, да. Ну, Сокол всегда здоров. Сокол всегда здоров. Я уберу. Так вот пусть будет. Давай, Ластецкую на победку. Почему? Не знаю, поздно. Сегодня проснулся в 8. А, ну, понятно все. У тебя сейчас сколько времени? Рано. Ну, 8.40. Вот. 8.40. У нас 10.40. Где заранее анонс по PUBG. Так ты же не знаешь, когда Сокол придет. Я как король из Властелина колец. Какой король? Который придет на какой-то день, когда там солнце зайдет за луну. Прискочу с севера. С прохладой. Спущусь с гор. Там Гэндальф, говорят, был. Ну? Опять таблетки не принял, говорю. Это был Гэндальф. Я приду на пятый день с востока, может быть. А чем он не король? Я приду с севера. Я приду на пятый день с востока, король. То есть... Король с севера — это маг с востока. Орлы прилетают наконец. Не, Властелин колец, вот, конечно, видишь, Вармайн который... правильно говорит, я гораздо больше, чем какой-то король. Угу. Я на Пашины дома сажусь, потому что неудобно долетать дальше. Сразу, наверное, машинку возьму тут под боком.
Хотя у тебя УАЗик есть, не буду заморачиваться. Ок? Угу. У тебя никого, у меня никого, поехали. Наша фирменная карта против сквадов. Да-да-да, нет, я уже... Я не уверен, что 4... Нет, мы 4К смотрели. Правда, там где-то 30-36 гигов. Это вот режиссерская версия. Хотя нет, это было не 4К. Он бы не поместился так. Даже после сжатия. Но все равно, конечно, фильм очень хороший. Угу, для своего времени слушаю. Прям топовый-топовый. Жалко, что выходил все постепенно. Топовый. Сейчас ты берешь. Все можешь посмотреть. Или нет, или не постепенно. Я с чем-то путаю опять. Да, но они не одновременно вышли. А какие там части? Можешь вспомнить? Ну, первая, вторая. Там две башни, это, по-моему, вторая часть. Угу. Властелин колец. Там трилогия была, да? Путешествие какое-то, да. Путешествие какое-то было первая часть, а третья — это возвращение короля. Угу. Ну вот, Сокол все помнит. Угу. Все с немецкого сейчас переводил. Ну? А у нас интересный круг. Очень агрессивный. Братство в кольце, две башни и возвращение короля. Во, да. О. Все так и есть. Первые три фильма весят порядка 400 гигов за три фильма. Хоббит обратно, в сумме 6 фильмов. Еее. Братва и кольцо. Да, перевод тоже был специфичный, но хороший, конечно. С любовью. Так, ну у нас все шансы взять оба груза и подготовиться к сражению нормально. Терки наши. Забираю тебя. Да, забрать нужно. Там ты подъехал, но извини. Причем с таким качеством на флешку его вряд. Ну хотя если USB-шка 3.0, то нормально она прочитает. Я просто думаю, как ее. Какая там должна быть скорость. Какой там битрейт должен быть вообще. Мегабит 70, 80. Нет, тогда нормально. Скорость чтения. Знаешь, такая проблема, я не знаю, какой-нибудь стриминговый сервис 4К, как «Властелин колец», гарантирует отдавать, потому что это же прям нагрузка колоссальная. То есть ты не можешь же гарантировать, что... Нет? Да, что? Тви? Не можешь? Ну, сервис нет, не сможет. Просто ты же не... Ну, одно дело, когда ты стримчики доставляешь с битрейтом там 6 мегабит в секунду, а другое дело, когда ты 4К... фильм с там, где битрейт на порядок, буквально на порядок выше. По-моему, летит. Да. Будем брать мотоцикл? Да. Бери. У-у-у, как он умеет. Он мог раньше скинуть? Вполне. А, вон скинул. Хорош. Твой. Я приеду, займу позицию. Точно. Здесь маловероятно, что будут люди, только приезжие. А что это новый мотоцикл? Мне кажется, он гораздо шустрее, чем предыдущий. Да. Я не знаю по скорости, как он, но... Но я до максималки не добивал еще. Но он стартует лучше, как будто лошадок больше. Или он легче просто сам по себе. А кто специалист в технике? Ну, в смысле, в мотоциклах? Можете сказать, что это за зверь такой? Готика почти как «Властелин колец», и орки, маги, и кольца. Может, включим, досмотрим? АВМ. Хорош. Поехали дальше. Давай, мыль-то не хочу лутать, потому что там домики за можно вполне взять.
Вообще вот так AWM мотоцикл. X15 AWM, так что ты такой спокойный, скажи мне? Топливо закончилось. Блин, бобёр. Разобрать? Я в милке могу подлутать, ты можешь. Я не уверен, что там никого нет. Это ошибка. Гоу. Гоу, быстро. А, видишь, как он не... шустрый? Он на одного. Да? Да. Понял. Ладно, я тогда остаюсь мылиться с тобой, чё. Мне еще аэрка нужна. А, на мне топ-вэмк. Прикольно. Ну, ты спросил, я ответил. Чё. Не можешь принести? Нет. Вот так вот. И вторая броня, если надо, и Red Dot. Очень круто. И бензина нет. Бензин на мне. Ладно, иду к тебе. Бензином. С бензином и за МК. Это ты выбил, да? Да, на первом этаже все, сразу закончишь налево. Я? Оставил канистр на мне. А, ты продолжаешь лутать? Окей. Налево сразу. Ну, пока я тебя ждал. Да, я понял, что ты не такой нетерпеливый. Поехали ближе к центру. Ну, он стартует очень жестко. То есть он... Да... Воу-воу-воу-воу. До 60 километров там в полторы секунды разгоняется. Скорость сопоставимая с... Ну, возьми второй мотоцикл. Чё? Будем бандой. Да-да-да-да. Смотри, какая скорость на старте у него. Он шустрее, чем... Максимально, кажется, поменьше на десятку. Потому что тот до 130, что ли, развивался. Но это мелочь. Здесь открыто, 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 открыто. Блин. Убьем с АВМ? Сика. Я, ну, располагайся, но я должен подлечиться. У меня, видишь, с КП какая-то беда. Я так-то за. Бинтуй использую. Я... Долго недоступен. Долго недоступен. Я пока чекаю. Я смогу потом сесть и между проехать, чтобы ты там кого... одного снял. Ну, мне так нормально досталось. Я еле уехал оттуда. Класс мотоцикла Enduro для оффроуда, они очень... Ой. Миш, берегись. Все в порядке, я в сейве. Я не понял, правда, как он стреляет, почему. Меня серьезно? Целивает. Не надо, не надо, вали. Все, это профессионал. Ты его сможешь свалить? Сейчас. Все нормально. Все. По мне стреляли тоже так очень подозрительно, так что я бы не стал. Ну, мне сразу в голову, и при этом я же... Мне не видно было, что я здесь был. Самое главное преимущество у этих мотоциклов, что они легкие, и поэтому такая тема с разгоном. Валим, да? Конечно. Все, я свалил. Мало того, что у меня икса нормального нет, но... Так еще ты говоришь, они... Фу, они до сих пор стреляют. Я думал, мне показалось. Такой звук, блин, кстати, знакомый. С детства. Какие-то там... То ли ИЖи так... Так же глушитель у них работал. Никак. Здесь третий. Этот есть. Шлем. Да. Шлем третий? Шлем, блин. Блин, этот. Ё-моё. Рюкзак. Рюкзак. Хорошо. Едет. Тёрка. Баги. В нашу сторону пока. Мимо. В нашу. Вижу.
Останавливается, а заезжает. По нему продолжает стрелять. Он еле доехал. Ну они его приняли. Я думаю, он будет пикаться. Я могу спровоцировать его на пикание на втором этаже. Я сажусь, ты смотри. Ну да, вопрос только откуда он будет пикаться. Ну, из окон центральных. Он внутрь забежал, ты видел? Нет, не видел. Мне кажется, что он должен был внутрь заехать. Я его не вижу. Он вдоль забора может. Да, вдоль забора вижу его. Забежал внутрь. Не, он не будет. Он очень зашуганный карась. Его можно понять. Принимали. Потому что тоже двухтактные моторы, они снизу впрут. Ага. Снизу впрут. Ну что, нас начинает уже так пинчить, ты чувствуешь? Что ребята непростые. Ждем Самль. Можно было этого, конечно, что одного подрашить. Прям ни о чем. Откуда ты знаешь? Давай подрашим его, что, если ты... Нет. По косвенным увидел, что он не очень. А те злые, конечно. Я вот тем отомстил как-нибудь. Ну, бля, они сильно какие-то были. Видишь, у нас сразу специалисты по поводу моторов. То есть они знают... Какие моторы, понимаешь? Самолет. Не вижу. А, вижу. Ну я за горой проверю, ты можешь в сторону этого уехать. Но мало вероятно. Я еду в сторону воды пока что. Да, здесь ничего не видно. И очень рискованно, потому что этот призм рядышком. Да, и здесь люди. Живи, бабё. Да, я не знаю, как тут прожить. Нет. Ну, куда я полез? Сори. Так, за тобой наблюдаю, видимо. Я еще цепанулся, блин, за корягу какую-то. И все, была бы скорость. На мне прям. Лутают. Фриктоп, кто такой Эвилон? Да, слышу. Он одноместный. Один человек должен был уйти. Они его подсейвили ориентировочно у Гарри Поттера. Тоже чекают, что это такое. Они в домиках обоснуются. Этого можно убить, пока он... Нет, ладно, не торопись. Ориентировочно в доме, оба. Слышу шаги от двоих перед домом. Второй. Кажется, их трое. Чё они так бегают? Нужно было с этой стороны сейчас оббежать домик. Боится чего-то.
Второй побежит ориентировочно так же. Угу. Не надо, не надо, не надо. Сейчас от, могут отвлечься. Бачин тебе подставить. Трое. Гренка есть? Нет, рано. Сейчас выбегут. Не двигайся. Эту сними. Сковороду. Увидел, что ли? Да блин. Ну сорян, ну быстрее закончили. Сейчас следующий ластик. Так блин, как ты не решил? Да, я не поверил, что ты такой нерешительный. Фриктоп, а что, да. Кто такой Вилон, скажи? Я так и не понял. Кто такой Вилон? Го ультра Лосецкую. Ну ладно, давайте Лосецкую на победку. Прямо вот самую последнюю. Поехали. А, какой-то стример с Твича? Понятно. Ну, видимо, не самый странный у него публика. Пользователь не найден. Какой? Фриктоп. Да? Что, деактивировали его уже? Не, он просто ливнул, скорее всего, с канала. Он забежал, написал, его Алиска заблочила. И он побежал куда-то еще. Да, ладно. Бог с ним. Разная аудитория. Я иногда удивляюсь, конечно, какие бывают люди. Уже заходишь, там прям, ух, вместе все сидят. Очень странно. Ну, разные бывают. Бывает. Все, Соколик, ну, надо собраться напоследок. Ну, только ливнем с этой карты. Ну, ясно. Ладно, да, хорошо. Ливаем. Смотри, как, смотрите, какая у меня чашка есть. Пека мастер там. Пекамон. Он к вам идти. Вилон ты разве не... Там Эвилон. Вилат по-другому называют. Пам-парам-па-па. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Покемон. Ладно. Хороший мотоцикл. Интересный, веселый. Ливаем. Уже ливнул давно. Но, к сожалению, эти трое меня... Может, надо было садиться снова за... Нет, 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 это было самоубийство. Ну, у тебя должен быть план, Соколик, по поводу вот этой вот дамы, которая начинает манипулировать. Угу. Я уже гружусь этим. Илярик, я думал об этом, но, скорее всего, я просто выберу новый путь в либо в Эдоне, либо в Третьей Готике. Играем эту или ливаем? Играем эту, она довольно мясная, хорошая. Только скажи, вот сюда вот мы летим, типа вот сюда вот? Да. Окей. Okay. Очень контактная эта карта. Так, скорее всего, да, у меня осталось из таких принципиально других сценариев развития персонажа. Это что-то убойное в ловкость. В ловкость, в рапиры, в карманные кражи, в стелс. Куда-то туда. Так, здесь можно вообще выпрыгивать чуть ли не сразу, да? Ну,
что я выпрыгну им вот здесь. Ну и проверим, кто быстрее долетит. Не против впечатления, не играю в третью, намного лучше Ryzen. Ну, так вот. Я что-то посмотрел второй Ryzen у кого-то на стриме и... И увидел какие-то мушкеты, не понял, что происходит. Ну и вот и где ты, и где я, понимаешь? Угу. Соколик, ну? Ну, Соколик. Угу. Есть С4. Точнее, бомба-липучка. Поехали. Погнали. О, тут недалеко один чудак падает. Не понял. Там очень много лута внутри. Где человек? Я убью этот бот. Где? Неважно. А может не убью. Пошли. Не 85, как будто. Кто сокращает? А, не, не сокращают, убегают. Не-не-не, близко было. Испугались бобра. Окей. Пам-парабам-пам. Беги. Парабам-пам-пам-пам. Погнали. Феликс, будешь проходить? Возможно, но не в ближайшее время. Что говоришь тебе? У меня на выход есть липучка. Хорошо. Ну, если в другом месте выходить. Есть вторая броня справа. На перекрестке справа. Ну, что ты не взял пулемет и аптечку и... Не, тебе оставил. А, не прорисовалось, да? Угу. Понял. Я налево, а ты направо, и как хочешь. Хорошо. Чё-то нет оружия. Чё-то пулемёт не взял. На тебе оставил. Спасибо. Калаш таскаю с собой тебе. О, ебай. Нет, калаш. Угу. Как выйти отсюда? Две части готики, мы трудно ПГ дождаться, герой магии меча 4. Кстати, да, на героев. У меня тупик, я к тебе бегу. А там нету дыр, там же можно пробить. Нет. Дай сюда. Калаш. Внучок, ты все пропустил, у нас тут. Полная амнистия, минус все помощники. Только Хелка и Элайар следят за порядком. И сегодня, на удивление, была такая очень позитивная трансляция. Хоть и недолгая. Вижу человека на Н. Выцеливает. Стоп, или это тень? Это тень. Совочки, брат. Здесь труп есть. Да, слушай, уже второй товарищ приходит, Алиса его сразу фильтрует. Монстр лак. Красиво. Странный какой-то. Молодые, скорее всего. Надо идти двигаться дальше. Дальше горочка куда? 40. А, типа назад? Ну, это ближе к центру. Окей, хорошо. Как скажешь. Типа на МГ. Внучок, да нет, я уже просто уставший. Мы последние катки играем и все. Что-то мне шаги слышатся. Стоп. Здесь по левую руку могли бы же быть люди. Да, ну, слились уже. Тут закрыто вообще все, не хочешь подлутать? Хочешь лутать, но лутай. Ну, у меня нет рюкзака, мало чего, всего. Угу. А, вижу люди, ДНВ, бежит динозаврик. Понял. Может быть бот. Ну, сейчас сокращу, ты лутай. Вроде бот. А вроде не бот. Да? Два человека, не боты. Понял. Сокращает уже близко, 260. Подо мной.
Иду. 230. У меня. Это бот. Тихо, шаги. Еще были шаги. Ориентировочно передо мной НЕ. Ну, прикрывай меня. А где второй, иду, ты говорил? Где-то подо мной бегали оба все. Ой, два груза. Вот, 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 вот. Воу! Вот это не бот. Передо мной на 155. Нокнул меня. Ага, еще один стреляет. Сокращает ко мне. Да, я понимаю, но у меня тут... Ага, не убивает ко мне, не убивает меня, идет к тебе. Две разные команды, скорее всего. Они зарубились? Не, они вдвоем сокращали. Они вдвоем сокращали. По ним сзади стреляют. Пытаются к тебе сократить. Стоит на горе. К тебе могу прийти или нет? Тебе надо через право к башне такой бежать. Понял. И ты ему войдешь. Он пытается мониторить. Выцеливает. Блин, еще сзади. Да. А, убили. Сквады же, блин. Здесь двое стоят передо мной, за башней вот этой четырехугольной. Два человека. Вижу. Увидишь сейчас. Выцеливают. Да вижу. Один выбегает. Тихо. Гранату тебе кинул. Справа от тебя оббегает. Сейчас вижу. Будет. Да блин, что ж я делаю, да? Извини, пожалуйста. Да не страшно. Все? Постелял... Да не, на ластецкую, на победку ласт... нужно. А, ну все, отлично. Ну что, говорит, то есть тут можно Гатан 2 спойлерить без санкций? Видимо, да, раз Миша нас удалил. Ща ливну тогда, получается. Внучок шутит, шутит. Да шутится, внучок. Внучок, ну как так, за что, скажи мне. Хорошо же сегодня посидели. Вечер отличный. Говорю, никто ничего не делал. Ты за свое. Ну, Соколик, все. Это уже точно последний, потому что начало 12-го. Поехали. Даже не будем сейчас карту менять. Все, просто вот как получится, так и получится. Погнали. Окей. Отлично. Погнали. Куда падаем? Понятно, ну чё сюда. Хорошо, договорились. Баста. Как я сегодня проснулся? Проснулся, видел кота, кот подошел ко мне, улегся в этом ближе к груди. И мы с ней в обнимочку где-то полчаса подремали. Она не прекращала урчать. Такая кошка хорошая. Очень преданные, конечно, кошки, которые... У которых детство было тяжелое. Без внимания, без ласки. Шоки, говорит, получается, помощники сами со смурфа спойлерили, чтобы создать видимость работы. Лучше, чем жена, скажи, да? Ну, функции некоторые, нет, ну, как ты можешь полностью заменить? Но есть плюсы, безусловно. То есть, например, кот не спорит. Кот не скажет тебе, что... Кот не расскажет тебе, как вешать жалюзи, например. Вот. Кот не скажет тебе, что ты не прав. Ну, кот может взглядом высказать неодобрение, конечно. Но, как правило, кот всегда прав. Так, у нас никого. Да ладно. Вижу. Над тобой. Один завернул назад. Перелетает.
не арбалет. Я готов. Да, перелетел. Один за. Я в плане подремать, полчасика в тишине, в тепле. Это да. Может, мою заберешь? Чуйка и Щитан купятся, любят воду, попьет только проточная из крана. Ну, есть у них такая фишка, да, у многих котов. То есть, а чтоб включили обязательно из-под крана, чтобы попить. Да. У нас эта соседская кошка только если вода, блин, пару дней постоит в миске, она только ее тогда пьет. То есть, свежая вода ей не нужна. Ну, такие вот коты бывают. Бронь нужна. Да что ты без сразу брони. С этого начинаешь? Типа все плохо, бронь нужна. Все же есть. Снайпа, бронь. Значит, ты кота не на 100% используешь, говорит. Может быть. Мы, кстати, на границе. Вторая броня, ты ничего не говоришь. А, я забыл уже просто. Спасибо. Ой, аптечки, бинты. Макер Василий Иванович, это что-то не петь, когда ты можешь всем рассказать, что... Знаешь, что мы... Пятерок есть? Значит. Пятерок совсем нет. Ну, то есть 90 штук. Mm-hmm. У меня только 30 в рожке. Нормально. Нормально. Или дальше? Ничего, кого убиваем? На 115? Там один человек падал, да? Ну, там не было человека, он левее где-то упал. Куда же он упал? Го-го-го-го-го. Вижу его. Направление? Бегает лево, 20. Далеко? А, вижу. За камнем, да? Я делаю вид, что его не видел. Он выцеливает уже меня. Я не вижу его. Да ладно. Живи. Он за камнем, за большим. Я лечусь. Он стрелял из чего-то вообще плохого, плохого, но очень точно. Была. Гренку кидает. Я его не что вижу. Такое? Опа. Это по тебе? Да, похоже. Из кемпа, что ли? Или это он? Нет. Да, из кемпа Скара стреляет, правда, еще. Я не пойму, где. Не пойму, не вижу. А ты не хочешь как бы вписаться как-то? Ну я уже оббегаю, не вижу тоже никого. Ну камень оббегательно было слева. Слева тяжело. Блин, ну зачем ты мне здесь нужен? Я побежал. Ну все, оббегаю слева. Хорош. Но мне казалось, что второй стрелял еще Скара. Да. Откуда-то 60. Нет, две, а два выстрела, две пули, хедшот. Два. Хорошо. Молодец. Ну, так себе. Беру его и импу, правда, 10 патронов на ней. Или это он постреливал из кара? Не, кар. У него кара нет. А. Ну, мне кажется, это либо бот, либо его дружане, который сейчас должен бояться. А у меня? Не, у него... Тихо. Я говорю, у меня, ты начинаешь не... Я уже пошел. Шаги надо мной. Где? На горе. На будке. Не трожишься на будке. Много разговоров лишних. Да, на будке вижу. Битый. Два. Одного нокнул. По мне снизу стреляют. Ох ты, да, тут много. Добили мне. Сучок! Патронов нету.
ты подлутать можешь. Не торопись. Не подставляй бок! Что манера добивать сразу? Ага, он сам добился его, что? Ну ж, пойду. Все, давай. Молодец. А, ты все, да? Давай, гол. А, все, ливаю? Да. Отлично, Миша еще с нами. Я гранату возьму, где она? Соберись, соколик, ну давай нормально. Начали хорошо, потом какой-то слив. Идет. Баста. Баста побежал. Не надо так. Миша, я тебя не добивал, я тебя сразу мстил. Я все делал, как ты хотел. Но я не виноват, что их там несколько. И сразу побежали тебя добивать. Понимаешь? Я вот рейди прожал, например. А ты не прожал рейди. С камнем, я только запустился. Сколько у тебя катанов? Два. Бесса и Баста. Два катана, замечательных. Да? А что? Да. Ну, неплохая карта, да. Мыть вообще 4 кота. У Абера больше котов. Да, я знаю, Леша там счастливый сидит. У меня аллергия, но сейчас, например, все вообще прекрасно. Если я не касаюсь, если коты не прыгают по клавиатуре, то все вообще замечательно. Ну и не привозят каких-нибудь новых котов. Да, Бастет? Нам хватает наших основных. Тем более все воспитаны. Очень тактичные коты. Соколик, ну, я это готов. Уже ультраластецкое, просто. Причем я уже не очень сосредоточен, поэтому если ты хочешь жить, то прикрывай меня, убивай вместе, ну, вместо меня. Давай, соберись. Е-е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 -
которые участвовали в активности. Надо почаще общаться и что-то совместное придумывать. Желательно на регулярной основе, там, типа, каждый месяц. Завтра уже Вейнфилл. Уже завтра анонс. Я посмотрю сначала, что у нас там по... Возможно, в 9 часов начнем, потому что завтра очередная репетиция, может быть. Поэтому черт его знает. Следующая серия КХЛ, черт знает когда, тоже надо сначала дождаться мотивированного решения, потом это дело перейдет в Мосгорсуд, это точно будет после Нового года, я думаю, что пройдет еще месяца 2-3. Да, Хелком, согласен. Что надо? Мы раньше контакты... Да, что? Петь будешь там на новогодний? Это да, обязательно, что-нибудь споем. Что-нибудь попробуем спеть. А Рамштайн там споешь? Да. Нет. Там нет Рамштайна, к сожалению. Зато пожалуйста. У нас есть машина. Пожалуйста. Да и мне с немецким все плохо. Миш. Да. Рассказать, где сидит Игнац. Отличная игра. Свою игру «Вопрос на тему готики». Я думаю, что большинство не поняло, это что такое. Да ладно, есть. Остановились. Стрим снупер, что ли? Похоже, ладно, хрен с ним. Ссылка спойте. Да, это стрим снупер точно. Уехал. Не, не уехал. Он будет здесь ездить, морочить, видимо.
Поехали. У каски нет. Ни у кого нет. Ладно, гоу. У меня калаш. Вообще довольно сложно дистанционно вместе петь, потому что... ДБС. Дилей. ДБС. Или по пути возьмем эти дома, попробуем. Дверь закрыта вроде одна. Ну, давай. Вторая, третья тоже. Баги есть. Скораль? Нужна тебе скораль? Калаш нашел. Хорошо. Выкинул ДБС. Раньше в дропах там, о, ДБС. Уаа, да. А помнишь Томиган там, о, Томиган. Такая, да. Ну Томиган потом ребаланснули, если что. То есть он был в дропе не такой. Ну да, он неприятно выделялся на фоне остальных пушек. О, Ремакс, спасибо за переподписку тебе. Добрый вечер, спокойной ночи уже, можно сказать, потому что Кастер начало 12-го, и это точно ластецкое. Опа, это твои шаги, я слышу, окей. Каски нету, да? Каска на мне, первая на втором этаже. Метку поставил. КХЛ плохой сериал, серии короткие, ждать долго, хотя главного героя переживаешь. Да, спасибо. Главное, чтобы он был со счастливым концом. Угу. Так-то можно подождать. А что ты баги не взял? Зачем? Не знаю. Независимость, самостоятельность. Кстати, твоя машинка-то как у тебя? Под впечатлением, наверное, не делился еще? Машинка? Рабочая. А-а-а! Врум-врум. А, еще не дали тебе? Не доставлено. Понятно. Еще ждется. Ест. Не открыто, нет? Сверху не, не закрыто. Еще ждется. Как только будет, Миша, ты первый, кто получит фоточку. А Яндекс, скорее всего, первый, кто на ней проедет. Врум-врум. Главное, чтобы не как Игра престолов, да, в конце так всех сажают. О, это было бы странно. Странно и страшно. Летит, давай, гол. СЕ. Не вижу, блин. Вижу. Вижу. Да. И пикада. Куда мне? Ладно, через пикаду. Пикада справа. Да? Шансы неплохие. Ой, пикада будет народу. Право, смотри. Я слышу. Отлично. Можем по дороге. На удачу так. Да, рискованно. Тем более, когда ты ну так опасно. Там уже кто-то спрыгнул. Прикольно. Это по нам постреляли? Да, по нам постреляли. Но мы такие, мы сейчас вообще всех триггерим. Пикадо, знаешь, как обидно людям? Летит груз, мимо них проезжает машина. Давай, ты лутаешь. Машина, люди могут. Спокойно. Вот здесь под хайграундом, вот здесь чуть дальше. Вот здесь, хорошо. Хайграунд, да. Далековато. Я проеду дальше. Нормально. Потом в ангар бежишь. Да. Да, здесь закрыт. 5 что ли? Еее! Выкинул мини. Нужны патроны. КВМ хорошо. Нету. Окей. Ищем. Скорель, увеличенный магаз, LCBM. Пятерки могу скинуть. Куда ты полез? Вперед батьки, а? Мини, говоришь, да, на грузе? Угу. Ой, не знаю. Голограф не нужен. Найн. Окей.
А, нужен. Говорю, базовый нужен на прицел. На балкончике здесь. Ну, я тебя спросил еще. Грузу. Не, мимо. Грузу. Остановился. Бросил газ. Сел. Че, не проверили груз так быстро? Нифига себе. Остановились. Кинул. Вижу, пикается. Два человека. Что-то киберкотлет какие-то. Влево бегает. Еще одна грена. Сокращает. Три человека. Еще одна грена. Слева от меня сокращает. Блин. Очень хорошо стреляет. Один раненый, но три человека. Вижу его. Гренка. Блин, ты стенку расстреливал там. Ладно, все, Сокулик, спасибо тебе за компанию. Хорошо, молодец. Друзья, спасибо большое за то, что смотрели. Сори, читеры, да? Да. Ну, кстати, они остановились так, что знали как будто, что мы здесь. Ну, хотя там джип палил. Ладно, увидимся с вами завтра вечерком. Спасибо за то, что смотрели, Сокулик, спасибо тебе большое. Пока-п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